Всем привет, с вами Ложка, и сегодня мы продолжаем играть в игру «Спор. Космические приключения». Остановились на том, как захватили несколько звездных систем, а также выполнили несколько заданий. В общем-то, сегодня что я буду делать? Сегодня я буду продолжать наше задание, где надо колонизировать звездные системы. Мне осталось колонизировать всего две звездные системы. И перед этим я хочу, во-первых, взять союзников. Да, союзников я хочу взять, потом батарейка, по-моему, у меня есть, да, батарейка есть, все неплохо. Так, союзников берем, потом подзарядимся, пока берем союзников. Так, от злости не, конечно же, возьмем союзников. Так, отлично. Кораблик, спасибо большое. И от вот этих чувачков, которые находятся выше, вот, да, вот эти вот чувачки, я просто всегда забываю, как их зовут, давайте посмотрим, кстати. Так, давай быстрее летим. И это у нас, как посмотреть, кстати, Башкопальм. Ну это будет сложно запомнить. Хорошо, возьмем у них корабль, отлично. И вроде все, мне осталось только подзарядиться и купить колонии. У меня на данный момент 0 колоний, а надо 2 купить. Давайте сразу у них купим, у моих союзников, почему бы и нет, в принципе. Надеюсь, у них будет стоить по минимальной цене. Минимальная цена это, по-моему, 75 тысяч. И торговля, да, отлично, купить и купить. О, малый запас прочности, повышает запас прочности космического корабля. Это типа жизни? Вау, в два раза больше стало! Охренеть! Очуметь! Вот это да, круто! Так, все, звездная система, если что, есть. В смысле колонии, я имею в виду. Хорошо, мы летим, чтобы подзарядиться. Корова, жди меня здесь, корова! Ух ты, две красные пряности. 4 желтые пряности и 2 красные пряности. Неплохо, кстати, отсюда исходят какие-то желтые сигналы. Но туда мы просто-напросто не полетим. Хорошо, что у нас здесь есть? Здесь у нас ничего интересного, как обычно. Мы можем купить большую батарейку на всякие пожарные, почему бы и нет. И ремонтный набор. Да, мне ремонтный набор, наверное, понадобится, потому что мы будем лететь очень далеко, потому что я собираюсь лететь практически в центр галактики. И именно там я хочу основать свои колонии, звездные системы. И, в принципе, давайте, поехали, поехали. Я закупился батарейками, ремонтными наборами. И что у нас здесь есть? Здесь у нас есть, ага, союзники. Нет, даже не союзники, а просто нейтральные чувачки. А здесь у нас союзники. Кстати, я про них вообще забыл, если честно. Но это мои союзники, а значит, здесь меня могут не тронуть, так сказать, а защитить наоборот. Вот с этими надо будет потом тоже подружиться, потому что они вроде как чуваки-чуваки. Чувачелы. И, блин, куда я лечу, я не знаю, но надеюсь, я приближаюсь к центру галактики. Наверное, так, да? О, боже, как это красиво выглядит. Летим быстрее. Летим. Где-то сейчас пролетим еще несколько звездных систем и оснуем колонию, да, потому что слишком близко я не хочу подлетать. Так, давай, дотягивайся, молодец. Так, вроде я правильно лечу, сейчас надо вот сюда куда-то лететь. О, боже мой, тут нету уже звездных систем, они как-то тратятся, что ли, понемножку? Окей, я надеюсь, на меня это как-то сильно не влияет, то есть меня тут никто не тронет. То есть если я сейчас встречу каких-нибудь чуваков, которые меня начнут бить, это будет... О, вер 9000, печально, ну хотя я даже не знаю, как это переводится, но все равно это будет очень печально. А кто у нас здесь есть? А у нас здесь какие-то чуваки, которые относятся ко мне нейтрально, хоть слава тебе, Господи, нейтрально. А здесь у нас кто есть? А здесь у нас те же чуваки, у них какая-то пряность странная. Фиолетовая, кстати, по-моему, фиолетовая самая редкая, вы мне говорили, да? Или зеленая, блин, я уже не помню ваши комментарии, честное слово. Но я читаю их, я действительно их читаю. И летим далее, просто-напросто летим далее. С ними потом надо будет тоже подружиться или уничтожить. Очуметь! Тут ко мне враги. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, тут враги, блин, уже пошли враги. Значит, все, если здесь пошли враги, мы сделаем так, мы где-то здесь вот остановимся. Сейчас найдем какую-нибудь планету, где есть терраиндекс 1 или выше. Мне говорили то, что лучше там основывать планеты. Да-да-да-да-да, вот, терраиндекс 1 или выше. И здесь мы основем свою звездную систему, в смысле колонию. Так, куда идти-то? Вот сюда, наверное. Так, вот здесь вот вроде ровная поверхность, думаю, здесь все будет нормально. Сразу возьмем, захватим 2 пряности, 2 источника пряности. И, воу, какая красотень. Как-то я странно сказал, красотень, в смысле. Ой, что это за руины в городе? Ой-ой-ой, уберитесь, пошли вон, пошли. Все, отлично. Окей, основана колония на планете Бабария. Вау, вот это жесткое название. Торговля. Вау, я могу продать своим же желтую пряность. Неужто мои стали не скупыми? Ну вот, неплохо. Них... За 3 миллиона, пошли вы. Я лучше у союзников за 1,5 миллиона куплю. Офигели вообще. Хорошо, вроде как одна колония у нас основана. И прямо сейчас мы рядом оснуем другую. Оснуем, если честно, я как-то странно говорю, оснуем. Ну, ладно, думаю, вы меня понимаете, в смысле.
черт, враги! Черт, я подери, вы нарушили границы нашей территории. Скажите спасибо, что мы еще не объявили войну нашей расе, вашей смысле. Ё-моё, я основался прямо возле двух врагов! Охренеть, что мне делать, что мне делать, что мне делать? Давайте мы выполним у них задание. Чувак, чувак, пожалуйста, чувак, я все буду нормально, только, пожалуйста, не нападайте на нас. Я не хочу все время летать туда-сюда. А, вы представились, хорошо? Ваше присутствие нас угнетает? Да ты офигел, пипец. Хорошо, давайте задание выполним, хотя бы чтобы... Отлично! Вы согласились нам помочь? Во, неплохо. То есть они уже нейтральные и не нападут на нас. Ну да, они вроде на меня не нападают, да? 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 Да, вроде не нападают. Останови нашествие на планете Гайловина. В звездной системе Абрис 2 начинается нашествие Гроксов! Где Гроксы? Я хочу Гроксом! Гроксы, Гроксы, задание тыкаем вот сюда. Гроксы, 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 Гроксы. Я хочу Гроксом. А-а-а, как я хочу Гроксом. Гайловина, Гайловина. Отлично, летим сюда. Сейчас нам надо будет высаживаться. Обожаю такие задания, где надо высаживаться. Принять. Хорошо, высадка на поверхность. Вроде у меня все прилеплено уже к моему чувачку. Нашествие, распределение, метафит. Мирной планете угрожает нашествие пришельцев. Устрани угрозу нашествия, объединившись с кем-то, в общем-то. Окей. Надеюсь, не с Гроксами надо будет объединяться. Эй, поварята пришли готовить вам еду! Так, небольшая группа солдат собирается привести разведку боем, уничтожить разносчиков Гроксов, пока они захватили планету. Вот она как, значит, я буду против Гроксов воевать, вау, классно. Чувак, я с тобой должен поговорить. Сядать! Сядать! О, боже мой, что там? Что там взорвалось только что? Да заткнись ты, я там... Тебе только что было насрать, что там что-то взорвалось? Что ты на меня так смотришь? Там действительно что-то взорвалось, там человек подыхает. Ладно, будем надеяться, что это враг. Времени мало, приготовься к бою. Гроксы установили свой разносчик в долине, и почти вся она уже заряжена. Зараза быстро распространяется, если мы немедленно не уничтожим Гроксов, они захватят планету. А потом сюда прилетят полчища Гроксов и будут жить здесь. Вперед, ребята, уничтожим разносчиков. Хорошо. Го-го-го-го-го, вы идите, идите, а я здесь постою, сварю вам еду, там вся фигня, да? Ну иди, иди, иди. А, типа, what the fuck? Что за на? Это что сейчас было? Окей. Я так понял, это типа враги, да? Мочим их. Они сейчас взорвется. Черт тебя подери, уничтожаем. Надо что сделать-то, я так и не понял. Занять вершину холма, постараться уничтожить командиров дроноксов. Уничтожить командира дроноксов. Хорошо, 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 бежим. Мы летим, 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 летим. Куда хотим, туда летим, летим. Все, меня здесь никто не должен трогать. Привет, дроноксы, я вас фак! Сейчас взорвется! Хигакс сейчас будет! Нет, 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 нет! Дыщ, дыщ. 3 хп, все, я сдох. Охрененная миссия. Спасибо за такую миссию, я, конечно... готова и заново... Не-не-не, я заново хочу пройти эту миссию. Да-да-да, принять. Жесткая миссия, народ. Надо, кажись, тут плевком мне работать, потому что без плевка мне тут как-то не очень. Кажись, я зря залетел практически в середину галактики, потому что я вижу, что тут очень сложно, народ. Ё-моё, давайте. Плевок! Такс, машина, машина. Нет! Бдыщ! Чуваки, извините, главное, чтобы меня не ранили, потому что тогда квест... как бы не сбросится, если меня не убьют. Хорошо, вы там можете умирать и вся такое, да? Мне вас не жалко. Что у нас здесь есть? Выйти из путешествия? Не-не-не, спасибо. Я... О, боги мои, они взрываются, прям-таки взрываются. Я, наверное, буду ходить где-нибудь здесь. О, выкус, или кто это? Ой, что это такое? Заметили, как эта краснота вокруг меня? Странно. Быкус, что это за быкусы такие? Эти животные помогут нам в бою. А как их выпустить-то? Я хочу их выпустить. Ой, я слышу врага, я слышу врага. Опс, тапс. О, слушайте, они вышли только что. Видали, да? Быкусы вышли. Ура! Быкусы в бой. Бой, быкусы. Помогите нашим чувакам. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Главное, беги. Главное, беги. Ой, беги. Ой, беги. Ой, беги. Ой, беги. Ой, беги. Я уже нашел этих командиров. Ой, беги. Ой, беги. Давай, 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 давай. Давай, убегай, убегай, убегай. Маскировку врубай. А, нет, 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 нет. Нет, 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 нет. Да как?
Стоп, еще раз. Все, последний раз пробую. Если не получается, то пойду колонизировать планету. Честно, народ. Может, если что перемотать. А, то есть, вы уже знаете, что впереди находится. Да пошел ты от меня, взорвись ты к чертовой матери. Только не меня взорви, хорошо? Спасибо большое. А, я так понял, надо к своим союзникам идти. В смысле, с союзниками ходить. Потому что без них это просто не круто. Да-да-да-да-да, с союзниками ходим. И я, в принципе, сейчас ничего не делаю. Я просто жду. Они мочат наше здание, я вижу, да? Да-да-да-да-да, они мочат наше здание. Это меня немножко печалит. Но мы все-таки уничтожим этих чуваков, которые спамнятся, что ли? А, нет, они не спамнятся, тогда все нормально. Ой, кто это такие? Насекомосы? О, боже мой, что это за насекомосы хреновые? Давайте мы лучше маскировку врубим. Хоп, меня никто не видит, меня никто не видит, да? Меня роботы видят, что ли? Странно. Ладно. Электрический удар! Электрический удар! Есть, сразу двух одним ударом. Неплохо. Не-не-не-не-не. Ой-ой, взрыв. Кругом кишки анархии. Я уже не знаю. Я запинаюсь, народ, извините, если я запинаюсь, действительно. Просто я тут уже не могу комментировать все это. Это действительно очень сложно комментировать, чтобы еще и выжить. Маскировку врубаем. Идем. Отлично. Уничтожаем всех этих чуваков. А зря я зашел в такую середину. Бежим отсюда. Я выполнил квест. Да ладно. Сосредоточить всю силу удара на разносчике Гроксов, расположенном на краю долины. Уничтожить разносчик, уничтожено одно. Ноль из ноли. В смысле, из одного. Хорошо. Если что, мы здесь восстанавливаемся пока что. Вроде все неплохо. Давайте маскировку врубим и пойдем далее. Наши вроде пока что справляются. О, боги мои! Корабли! Это эпик! Это действительно эпик! Вот это разносчик, да? Да, это разносчик, народ. Это действительно разносчик. Давайте насекомоса убьем. Умри! Блин, я даже ничего не успел сделать, но окей. Кстати, как меня роботы видят? Я же вроде в маскировке был. Да, я был точно в маскировке. Я это видел, я это помню. О, боги мои! А, это наши. Все, тогда нормально. Хорошо, если наши, тогда все круто. Мочим. Лично, сразу двоих. Это кто такие за стервятники? Ё-моё, ничего себе у них жизней. Очуметь у них жизни. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Надо уничтожить стервятника, наверное. Давай. Уничтожаем. Нет, сейчас взорвется, бам. Лично, уничтожаем всех. Энергию дайте, пожалуйста. Я не знаю, слышите ли вы меня сейчас, народ, но надеюсь, слышите, потому что я сам себя даже не слышу, можно сказать. Ой, нет, я не помру. Вот, да, все нормально. Я не помру, все отлично работает. Отлично. Уничтожаем этот кораблик. И идем нахрен отсюда. А, здесь у нас жизьки восстанавливаются, хорошо. Подбираем жизьки, я же сказал. Ой-ой-ой, мне аж страшно, что я сейчас умру. Давай. О, боже, сколько тут всяких насекомосов и всяких какашек. Ай-яй-яй, все, помрите и давайте. Я уничтожаю разносчик. Я правильно делаю? Я надеюсь, что я правильно делаю. Блин, как он... Почему он уничтожается? Очуметь, как я ему много сношу. Давай. Ура. Все круто. Я больше ничего вам не должен. Нашествие остановлено. Вернуться к Барбаросу. Или как-то там. Барбарос. Быстрее. Фух, народ, это эпическая миссия. Это самая эпическая миссия, в которую я когда-либо играл в Субаре. Извините, что я запинался или меня не было слышно, потому что я пытался даже этот весь звук, музыку перекрикивать. Отличная работа, боец. Без тебя бы мы не справились, я знаю. Гроксом никогда не завоевает наш мир. Хорошо. Еще раз спасибо за помощь. Надеюсь, если они вернутся, мы снова сможем на тебя рассчитывать. Ну да, наверное. Я выполнил этот квест, и мне дали уровень! Ура! Третий уровень. Неплохо. Что мы качнем, народ? Качнем мы. Накопитель, наверное. Хотя нет, энергия мне как-то сильно не нужна. Вот! Восстановление здоровья. То, что мне надо. Все. О, я могу еще что-то взять? Да ладно. А, нет, тут только одно надо выбрать. Ну, хорошо, тогда все. Восстановление здоровья у нас будет. Мы еще не прокачались в звании, хорошо, пофиг. Вернуться на планету Аина. В общем, Аина или... Блин, Аина, по-моему, да?
Вроде Аина. Написано 30 тысяч спорлингов наши. Спасибо большое. Вроде как минус 5. Уже почти союзники. В смысле просто-напросто в плюс уже идем практически. Больше заданий у вас нету? Ну да, ладно. Заданий у вас больше нету, что печалит меня, конечно, но... Мне на вас насрать. Хорошо, осталось колонизировать звездную систему. Главное, что они стали моими нейтральными союзниками, можно сказать, нейтралы, так сказать. И они меня не будут трогать. Это меня уже радует. Ну а пока мы колонизируем звездную систему, где есть тероиндекс 1 или более. Вот здесь полюбак должен быть. И да. Тероиндекс 1, все неплохо работает. Угу. Я вроде пока даже большую батарейку-то даже не использовал. Это, в принципе, меня радует. Хорошо, колония. Колония. И да, колония. Сейчас мы колонизируем звездную систему. И мне дадут задание, в смысле, я выполню задание. Ура! Ура! Ух ты, что такое? Сообщение. Ух ты, боже мой. О, я прокачался в звании. Ну-ка, генератор облаков, поглотитель облаков. Ей! А что за звание, интересно? Лидер, хорошо. Сообщение от империи какой-то там. Надо посмотреть, что они мне написали. Может быть, это что-то важное. Возвращайтесь домой, чтобы завершить задание. Да я только с радостью отсюда уйду, потому что здесь такие сложные задания. О, боже мой, я не знаю. Я думал, я вообще не пройду это задание, но прошел все-таки. Это, знаете, что рулит у меня? Это энергетический удар или как там, энергия? Ну, помните, как я раньше говорил, энергетик. Принцесса цирка, что? А-а-а! Империя принцесса цирка! ВТФ! Как вы выглядите, ну-ка? Так, они не прогрузятся, да, так? Или прогрузится? Ну, я вижу, что там что-то прогружается. Да-да-да. Боже, принцесса цирка. Да, ну и названица. Да ё-моё, хватит мне писать сообщение. О, боже мой. Этот сектор пространства... Добро пожаловать. А, типа вы сейчас будете союзниками моими, да? Эй-эй-эй, ура, союзники. Ладно, народ, думаю... О, боже, сколько сообщений. На этом мы, думаю, закончим. В следующей серии мы все это будем разгребать, все эти сообщения. Да, на этом мы закончим. Извините, что я запинался всю серию, потому что я снимаю эту серию уже ночью, практически ночью, и я мог запинаться, да и к тому же серии были просто-напросто эпическими, просто эпик-эпическими. И если вам понравилось, то подписываемся на канал, ставим пальцы, зовем друзей. А с вами была Ложка. Всем удачи, всем пока!